Конкурс на лучшего инструктора автошколы проводится уже не первый раз, и все надзорные органы отмечают его необходимость. Этот конкурс позволяет получить срез уровня людей, ответственных за подготовку водителей. Мастер, да, у нас издавна на Руси, это человек, который самый талантливый, самый искусный, знаток своего дела. Также и мастер производственного обучения вождению. Это, по сути дела, наверное, кузнец, который вкладывает в будущего водителя, в кандидата в водители, и навыки безопасного вождения, и умение вежливо, корректно вести себя по отношению к другим участникам дорожного движения. На данный момент в стране нет профессиональных стандартов к этой профессии. Обучение мастеров проводится лишь в теории. И практическим экзаменом среди самых лучших инструкторов области можно считать именно этот конкурс. Это лицо учреждения, однозначно это лицо автошколы, инструктор. Тем более, что здесь присутствуют и болельщики, которые обязательно будут потом, и руководители образовательных учреждений, которые обязательно будут потом вести беседу об улучшении качества подготовки, потому что все зависит от мастера. Уровень подготовки мастера производственного обучения и вождения во многом определяет уровень подготовки и статус автошколы и образовательного учреждения. Конкурс состоял из двух этапов. Теория, не только по точности ответов, но и на время. Кстати, несколько участников отсеялись еще после первого задания. И вторая часть конкурса – практическое, фигурное вождение автомобиля. Практический экзамен на площадке ГАИ – это цветочки по сравнению с теми требованиями, которые предоставляются для инструкторов автошкол. Им нужно пройти ту же самую площадку, только задним ходом. И вот здесь действительно проявляется мастерство вождения в стесненных условиях. Мало кто обходится без штрафных баллов. 22 участника из разных городов области усердно утюжили трассу. За сбитые конусы налагались штрафы. А когда количество штрафов было равным, в расчет брали лучшее время прохождения дистанции. Надо отметить, несколько лет подряд сильнее были инструкторы областных автошкол. В этом году приз остался в Твери. Да, пришлось немножко потренироваться, теорию снова отработать по времени. Вот. Ну, правда, первое место по теории нет, но в практике я не уступил. Обычные элементы вот, отрабатывали до совершенства. Даже усложненные получилось пройти. Профессия инструктора автошколы крайне важная и ответственная, ведь от нее зависит, насколько подготовленным будет новый водитель, как хорошо он освоится за рулем средства повышенной опасности, за рулем автомобиля.